Ну что, кому привет, кому салам алейкум. Меня зовут Ильхан Салахов. Спасибо, что включили это видео. Чуть меньше месяца назад я ездил в родной Азербайджан, чтобы увидеться с родственниками, с друзьями, просто отдохнуть. И заодно посмотреть, как там обстоят дела с футболом. Я постараюсь вас познакомить с людьми, которые имеют огромную роль в футбольном плане в этой стране. И мне кажется, их мнение должно учитываться превыше всего. Погнали! Я очень рад, что в свое время Женя Спиряков познакомил меня с главным вратарем футбольного клуба «Карабах» и вратарем сборной Азербайджана Шахом. И огромное ему спасибо, что уделил время, потому что, как я понял, Шах является сейчас, наверное, одним из главных футболистов в стране. Салам алейкум. Алейкум салам, брат. Пойди еще один. Как ты? Нормально, давно не виделись мы с тобой. Согласен, уже почти третий год, да? Что-то изменилось с того времени? В моей жизни? Да, 3 года прошло. Очень много изменилось. Самое важное? Не знаю, наверное, стал более известный в стране. Скромность добавилась. Скромность – это я. На самом деле, спасибо тебе, что уделил время. Мы сейчас находимся где-то в очень-очень дорогом месте, естественно же. У нас картины здесь висят какие-то. Ну да, дорогое место. Ну это Шахрудин меня позвал. Он говорит, типа, не проблема. Я зову, ты платишь. Он позвал, я плачу, все четко. Из свежего, последний матч Лиги Европы. Это был, наверное, один из лучших матчей, где я был. А я был еще на финале чемпионата мира. Извини, пока не дотягивайте, но тоже хорошо было. Ну, близко были, нет? Очень хорошо, я так скажу. То есть я очень сильно переживал. Но это и не лучшая игра была наша в Лиге Европы. Ты только на одной был. Этого не хотелось. Ты с Нантом не был. Ты вообще ощущаешь, что... Ты игрок Карабаха, главной команды страны, и вы обыгрываете Нант. Или... То, что я игрок Карабаха, и то, что это главная команда страны, конечно, ощущаю. А то, что вы играете с Нантом, или это уже для вас обыденность? Ну, обыденность – это невозможно сказать, что это обыденность, потому что мы выходим играть против команд, которые играют в топовых чемпионатах. Из-за этого, как обыденность, нет. С Нантом, с Фрайбургом все равно выходишь, ты не можешь сказать, что твоя обыденная игра. Это, знаешь, как шанс показать и доказать всем, что мы... Команда не просто так, которая выходит сюда каждый год, в эту Лигу Европы. У меня аудитория в основном это ребята из России. И сразу скажу то, что ты занимался в детстве в России. Я правильно понимаю? Да, да. В ШМ. В ШМ. Собственно, оттуда ты познакомился с Лунем. Да, да. 91-го года рождения, я 94-го. Мы вместе, у нас там один тренер вратарей был, мы вместе тренировались, вместе трудились. И с Женей Спиряковым ты знаком? Да, Женя тоже так же познакомился. Я, ну, там уже мы все тренировались, все вместе у одного тренера в Атаре, так и познакомились, так и... Далее так, карьера у тебя прошла в Азербайджане, но не сразу в Карабахе, я так понял. Нет, я приехал, когда мне было 18 лет, 18 или 19, 19, по-моему, исполнялся, я приехал в Шахдаг, в первую лигу. Этой команды нет сейчас уже? Есть, по-моему, она как и региональная лига идет, уже не первая, а региональная лига. Но изначально, когда я приезжал сюда, в первой лиге было намного интереснее, чем сейчас, конечно, там... Очень много команд было с регионов, и заруба была в каждой игре. И болельщики приходили, и это моя первая такая, первую зарплату получать я начал в Шахдаге. Первую зарплату что сделал? Продукты купил, наверное, чем могу делать. Это все, кто хватило. Чем может быть еще. Шахдаг, потом? Ну, в Шахдаге я сыграл 15 игр, вот первый круг. 15 игр сыграл, и меня сразу позвали на селекционный сбор в сборную Азербайджана. До того, пока поехать туда на сбор, меня на просмотр на один день позвал Сумгаит. Ну, я думаю, меня никто всерьез так не воспринимал, думали, первая лига там, что там. Ну, я приехал, одну тренировку потренировался и понравился всем, но я уехал сразу же. У меня не было такого желания прям остаться в Сумгаите. Тебе не особо понравилось, похоже. Ты понравился? Нет, мне понравилось, потому что там ребята все приятные, все, знаете, коллектив хороший был, тренера хорошие, все хорошо. Просто у меня не было такого рвения сразу же с первой лиги сразу хочу в Премьер лигу и должен подписать. Нет, я... Готов был оставаться в Шахдаге и играть там дальше. Самое главное, на тот момент, когда мне 19 лет, у меня была задача играть. Я хотел играть. Я очень сильно хотел играть. После Сумгаита, наконец-таки, главная команда страны. Мечта на тот момент. Ты мечтал о Карабахе? Конечно. Серьезно? Да, да. Нет, это, я думаю, здесь в Азербайджане любого футболиста молодого, которого ты спросишь, где бы ты хотел играть, все, где главное играть. Я просто на тот момент хотел попасть туда. Просто быть среди них и просто тренироваться. И я когда
просто попал туда, я не знаю, я, наверное, в жизни так счастлив, я не знаю. По крайней мере, моя супруга говорит, что таким счастливым она меня не видела, наверное, никогда, даже когда у меня дети рождались. Ну, я, по крайней мере, не был рядом, когда они рождались, всегда на сборах где-то. Серьезно? Ну да, я только первый, когда дочка родилась в Москве, я был рядом, да, и то был в институте на экзамене, ничего не меняется. Я просто получал удовольствие от каждой минуты, которой я нахожусь. Что в Карабахе. Да, что я там, что среди этих футболистов, среди... Это первый тренировка. А когда вот ты первый раз вышел на матч? Ну, типа... О, жестко трясло меня. Ты не спал всю ночь потом? Нет, я вообще не знал об этом. Мы, например, у нас был тогда Шейхич, основным вратарем. Я когда приходил в Карабах, я просто оставил себе цель. Я хочу работать, я хочу тренироваться, я хочу стать сильнее. Все, как всегда было у меня. Мне без разницы, я играю, не играю, я просто хочу пахать. Тренер? Гурбан. Гурбан. Ну, про Гурбан о нем можно очень много говорить. Ну, я думаю, за него говорит наша команда. Да. Этот Карабах, это вот он. Он не просто тренер, он воспитатель, он отец. Он... Это все его плоды, условно. Это Гурбан. Карабах – это Гурбан. Ты знаешь, я заметил, когда после матча, даже во время матча, когда судьи какие-то левые движухи делали, непонятные мне, я смотрел на тренера, какие эмоции. Он как был в своем офигенном костюме, шикарном, со спокойным. Так и оставался. Потом пошел, пожал руки судьям, вам. То есть я такой, типа, вот это уровень. Ну да, это и есть Гурбан. Как ни странно, и при всей моей любви к азербайджанскому народу, ощущение, что он какой-то другой, будто level up, уровень выше, что вот он... Нет, он, знаешь, он именно олицетворение настоящего азербайджанского народа. Вот он что-то вот... Вот он и есть. Показывает уважение, что... Он и есть. Вот азербайджанский народ, это вот такой азербайджанский народ и есть. Я предложил сделать Нукзару мини-турнир для ребят на коробке. Все просто. Выиграл, остался. Победитель забирает небольшой банк. Мне было интересно, сколько придет народу. Было интересно посмотреть, кто придет. И, конечно же, посмотреть на уровень. И знаете, я был приятно удивлен тем, что пришло 22 команды. И, конечно же, уровень ребят, ну, он ничуть не хуже, чем здесь. Ну, может даже лучше. Я увиделся с Нукзаром. В прошлом он был профессиональным футболистом, причем довольно-таки неплохим. Отличный нападающий, который забивал много-много голов. Сейчас же он является футбольным блогером с аудиторией более 1,5 миллиона подписчиков в ТикТоке. И также он продолжает любить футбол и старается распространить его массы. Он устраивает турниры по пане, турниры по мини-футболу, собирает народ. В основном это молодежь, за что ему огромный респект. Салам алейкум. Наконец я могу еще раз со спокойной душой сказать салам алейкум. По идее, я как бы на родине, но такое ощущение, что ты более местный, чем я, хоть ты по национальности грузин. Да. Давай, если говорить коротко, я тебе готов говорить много, но, к сожалению, сейчас мы говорим о футболе в Азербайджане или про то, что есть ли он вообще, культура такая футбольная. Если сравнивать, то его нету. Пока что одна команда, Карабах, которая... Доминирует вообще. Да, прям уже последние лет 10 они доминируют, уже догнали Нефчи по чемпионству. И я думаю, что Нефчи пока еще не скоро их догонит. И есть команда, появилась Сабах, которая очень жестко прям вот с это, ноги влетает. Это, тренер, который... Краснодар, да. Ага. Мусаев. То есть они такого топового тренера берут дальше. Так, давай я коротко расскажу о тебе. Ты бывший профессиональный футболист, да, который из КФК перешел в команду Лиги Европы. Да. Похоже на историю, собственно, Миши Прокопьева, Прокопчика.
И ты говорил, что будь в твое время соцсети, это бы выстрелило очень сильно. Да. Действительно так. Я надеюсь, что у Миши Прокопьева все получится. Дай Бог, я тоже буду рад, я слежу за ним. Ты переехал сюда, 6 лет здесь играл в команде, стал лучшим бомбардиром. И, в принципе, не стал уезжать. Да, уже решил остаться. У меня дочка родилась здесь, и я понял, что ехать там за 1500-2000 евро в Европу куда-то не стоит уже этого делать. Я закончил, я открыл свою футбольную школу. Ну и, в принципе, уже корнями, наверное, врос. Про футбольную школу. У тебя несколько возрастных групп. Да. И это частная футбольная школа. Да, моя. То есть федерация никак не помогает? Никак. Оцени уровень детского футбола в Азербайджане. Уровень детского футбола по сравнению с чем? Ну, допустим, Россия. Не забудем сказать, что ты и в России поиграл. Если сравнивать с Грузией, давай сравним, потому что большинство выходит, да, выходит оттуда очень много в Европу, то уровень очень слабый здесь. Но есть единичные случаи, когда здесь, допустим, футболиста, который приезжает в Грузию на турнир какой-то, они его там приметили и хотят его забрать. Есть такой футболист в Сабахе 2011 года, мальчик. Динамо Тбилиси им интересуется, но родители не хотят его отдавать туда. Тренеры уговаривают, что отдай, это как бы Динамо Тбилиси, это не это просто... Это менталитет так. Родителей или... Это родители, опять-таки, как мне в федерации сказали... Ну, это как бы не в обиду, конечно, скажу, но типа Сабах, это как на данном этапе это зло. Чего не хватает азербайджанскому футболу? Как взрослому, так и детскому. Я всегда это говорил и буду до сих пор говорить, что нужно понизить порог зарплат футболистов. Здесь высокие зарплаты? Ну, ну, если сравнивать уровень мастерства и уровень финансов, да. То есть это... 45-50 тысяч манат. 35 тысяч долларов. Месяц получает. Ну, это там хороший игрок. Получается, игрок Карабаха. Да. Ага. Три, если у тебя 35 тысяч долларов зарплаты, ты играешь, допустим, условно в Карабахе, ты играешь каждый год в Лиге Европы, Лиге Чемпионов, квалификации. Зачем тебе уезжать куда-то? Конечно. Зона комфорта. Не будем, да, лукавить? Ну, все научились в футбол играть. Какой Люксембург, блин, обыгрывает здесь нас. Мальта. Мальта, блин. Мне обидно, потому что... Не должно быть так. Условно, даже мы можем кинуть камешек в огород футболистов, которые, условно, даже твои и мои знакомые. Или же это где-то в структуре какой-то косяк? Да, я футболистов никогда не буду кидать камень, потому что это мои коллеги. То есть я за них, окей, мне дают столько денег, окей. Why not, как говорится. То есть это в структуре что-то не так? Система неправильная. То есть, давай так, играет Азербайджан, Германия. Азербайджан проигрывает 2-0. Премия 5 тысяч футболистов. За то, что они проиграли 2-0. Играет Азербайджан Северная Ирландия на выезде. Счет 1-1. Третий вратарь на трибуне получает 13 тысяч долларов. Окей, это поощрение. Это поощрение футболистам. Давайте, ребята. Получать ощущение, 50. Что эти поощрения какие-то странные и неуместные. Ну да. Я в моменте начал замечать, как ты чистишь. В топе вратарей Лиги Европы. Конечно, я такой, типа, естественно, каждый раз в комментарии заходил, там, писал, там, шах, лев, тигр, там, сердечко, бам, кинул, все дела. Ты как сам-то чувствуешь, что вышел на другой уровень? Ты чувствуешь эту ответственность, уровень? Не, ответственность чувствую, конечно. Здесь невозможно не чувствовать ответственность, играя за сборную. Карабах и за сборную. Это огромная ответственность. Играя за две такие команды, что Карабах, само имя это Карабах. Да. Играя за сборную Азербайджана. А что больше всего энергии забирает? Именно, ну, будем откровенны, сборную Азербайджана, я замечаю, что любят хейтить, условно, закидывать по камнями. Делу, да, что делать? То есть ты зачастую чувствуешь, что это по делу? Конечно, то, что мы проигрываем игры, что проигрываем, значит... Заслужили. Заслужили, да. Ты говорил то, что играя в Шахдаге первой лиги, это было интересно, это была рубка. Что пошло не так? Ощущение, что как раз-таки должно все расти. И в какой-то момент это пошло не так. Что случилось? Что-то сбой в системе какой-то? Да, у меня нет ответа на этот вопрос. У меня есть свое мнение насчет этого, но я не считаю правильным вообще высказываться насчет этого. Но чемпионат должен быть для того, чтобы мы развивались, для того, чтобы мы росли все как футболисты. Чемпионат должен быть конкурентоспособный. Такие команды, как Карабах, их должно быть больше, чем больше. Один. И самый главный критерий, то, что должен быть, например, в Азербайджане, по крайней мере, ты же видишь, это должен быть футбол в регионах. Невозможен футбол без регионов. То есть сейчас потому что, например, живя в Шахдаге, я жил в Шахдаге, у меня было поле, моя кровать, мяч, перчатки и стена. Все.
Кто-то хотел выходить, не хотел выходить на поле, это их проблема. Я шел к стене этой, бил по ней и ловил эти мячи. А в Баку, где мы сидим сейчас? А здесь у каждого футболиста есть возможность вечерком прийти, выпить чай в 11-12 часов ночи, не отдыхает, ничего не делает, все. А в регионах, вот сейчас как Шамахи регион, туда команду поставили, все молодые ребята. Живут в отеле. Хороший отель. Поле рядом, тренажерка есть, футбольные мячи есть. Все для футбола создано. И сейчас играют ребята, стараются, играют. Вот последние две игры они... Ну, изначально им было тяжело, там все молодые, все азербайджанцы, все молодые. Изначально им было тяжело, они проигрывали, крупно проигрывали. И вот последние две игры они выиграли спокойненько команды, у которых есть легионеры. И причем не просто выиграли там случайно, они их обыгрывают именно по игре. Почему? Потому что регион, это Шамахи, ребята просто хотят играть в футбол. Они зациклены на футболе, работают над собой и играют. И самое большое это то, что в регионах футбол любят. Ты про молодых футболистов сказал. По-любому же и у вас в команде молодые ребята подтягиваются с дубля и просто молодых. Как ты их оцениваешь, игру? У нас за последнее время много выросло ребят в основном составе. Это, я же говорю, это опять-таки работа главного тренера. Да, то, что он их подпускал, например, на позицию левого защитника. У нас два местных футболиста. Ильвин Джафагулиев и Турал Байрамов. Они оба молодые, их там по 20 лет. Сейчас им 20, они уже начали играть 3 года назад. Он мог на их место легко легионера привести и ставить. Ну, ошибаются они ставят, играют, играют, верят. Ребята выросли, ребята оба игроки национальной сборной. В Баку очень тяжело выйти футболистом. Вот даже элементарно ты зарабатываешь, там, я не знаю, 500 манат. Они думают, это уже деньги, потому что у них папа, у него папа дома получает 500, там мама тоже где-то работает, получает 500, и он, которому там 17-16 лет, получает 500, и он думает, это уже деньги, опа, я уже деньги получаю, то есть все, я могу пойти туда-сюда, и это сбивает с пути, если нету людей, которые тебя могут направить. Если говорить про зарубежные команды, мечта, если у тебя была, когда ты в Шахтаге играл, ты мечтал о Карабахе? Ну как знаешь, бывает мечта, бывает цель. Вот цель у меня была играть в Карабахе. Я видел эту цель, и я шел к ней. Когда я попал в Карабах, у меня появилась цель играть в Карабахе. Ты сейчас играешь в Карабахе? Я играю в Карабахе. И я, знаешь, это я ее пощупал, я понял, что я могу, я работал над собой. Но опять-таки, если три года назад, я бы не поверил бы, что я через 3 года буду основным вратарем Карабаха и буду основным вратарем. Я бы не поверил, если мне сказали бы, так, типа, вот так ты играешь. Павел заплакал, может. Шучу. Где ты хочешь? Играть где? Да. Опять про мечту или про цель? Про мечту скажи. Цель мы поняли. Не, давай реально, да, говорить. Хорошо, это, как скажи. Реально. Зенит позовет, пойдешь? Нет. Я думаю, единственное, что они там, если даже будут предлагать, то только если, типа, там же я легионером считаюсь, да. Как азербайджанец. Да. У меня был такой один момент, когда тогда Анжи играл в премьер-лиге, они мне говорили, давай, типа... Самый сладкий момент Анжи был? Нет. Тогда не самый сладкий был, да. Они мне тогда еще этого не было? Уже не было. А, уже да, не да, было? Да, уже не все. Было. Тогда они в первой лиге, премьер-лиге были, но уже так, да, уже там болтались. Тяжело было, да. И они мне говорили, типа, давай, типа, ну, придется отказаться, типа, от гражданства. Ну, ты в Европе уже поиграл с многими клубами. Просто назови команду, которая вот условно... Или такой команды уже нет, которая тянет условно? В которой бы хотел играть? Да. Нет такой команды. Серьезно? Очень тяжело, честно сказать, на что-то променять Карабах. Не происходят какие-то турниры здесь, мы можем их сами организовывать, вы сами можете собираться, играть. Самое главное, чтобы вы кайфанули, провели хорошо время. Я сегодня больше всего был рад тому, что никаких пихачей не было, не дай бог, никто не подрался. Я сегодня очень... Молодцы! Поэтому я хлопаю вам сегодня. Молодцы! Спасибо.
а? Мы сейчас играли две команды, 22 человека. Вот за стадион сколько отдали? Аренда. 400 манатов сам стадион стоит. 400 манатов плюс судья. Да. То есть вы за свои средства это все сделали, да, и поиграли. Да. Часто вы так собираетесь? Да. Неделю, два раза. А ЛФЛ нету такого любительского? Я массаж даем. А кто-нибудь из вас в академии занимается? Нет. Здесь пару человек занимались. Ну, то есть, раньше. В вторую очередь, я пришел в академию, и первый вопрос, который мне задали, с какими-то связями пришел. В Карабах можно попасть? Без связи нет. Можно. Попасть можно, играть. Я играл и в Карабахе академии, и в Дубае, в Венесе академии играл. То есть, сравнивая, например, Ивентусом, у нас где-то 5-6. Но у нас постепенно уровень растет. Пацаны, я сегодня очень сильно кайфанул, реально удивился. Вот даже товарищ мой удивился от вашего уровня игры. Реально молодцы. Я думал, хотя бы половина где-нибудь в академии занимается. Здоровья. А вам хлопы, потому что я сегодня очень сильно кайфанул. Получается, и мы со взрослым поняли, структура. Что-то в структуре не так. Да. Что с детским? С детским плачевно то, что, во-первых, полей очень мало. Качественных тренеров очень мало. Дети, в основном дети. Мы здесь теплый климат. Дети очень техничны. Очень техничны. Но момент, когда переходный возраст. Угу. Три этапа. С детского взрослый. Детский, в подростковый и взрослый. И взрослый. Ага. Вот это там огромные ямы. Во-первых, неправильная работа с детьми, неправильные требования. Сейчас, наконец-то, убрали в младших группах, убрали таблицу, убрали счет. Это уже как-то хорошо. Отлично. Но из-за того, что дети уже привыкли к этому, они уже требуют. Малим, а где таблица? Кто бомбардир? То есть они все-таки так прикреплены к соревновательному эффекту? То есть что... ты представь, эти дети, ребенка, которому 10 лет, он уже в этой системе, понимаешь? Да. То есть мы должны ждать теперь 5-летних с новой системой. То есть пятилетний заходит в новую систему, и он начинает... То есть он больше не от игры думает, не об игре думает, да. А какой... о счете, да. Ну, понятно, футбол ты должен думать, о счете должен забивать. Ты как футболист, ты должен думать об игре, о счете, о бомбардире. Там. Ты, ну, как бы, когда, ты же был ребенком, ты же хотел больше всех забить. Да. Но иногда это перерастает слишком в буллинг, допустим, сейчас. Сейчас, допустим, моя команда, конечно, U15, она на последнем месте, но... Мы играем нормально, мы достойно играем, потому что эти ребята из платной группы, они вышли с нуля, я их воспитал. Там дети, которых вообще никуда не принимали, там коллегами обзывали, там ругались. Я их взял к себе, давайте, ребят, вы можете играть. Они играют, они борются, они проигрывают 1-0, они проигрывают 1, там ничью играют 1-1. Они вот играют, понимаешь? То есть у нас получается то, что вот этот соревновательный эффект, он... Конечно, во всем мире. Я так понимаю, только в Голландии его нету, да? Его полностью убрали. По-моему, в Испании еще нет. Испания. То есть, если дети не выигрывают, то их за это как бы... Ну, смотри, в России тоже так. Да, но в России при этом... Не выигрываешь? Нас... Тренеру что делать? Абсолютно. Пихает. То же самое здесь. Если в России есть UFL, ты знаком? Да, да. Где, собственно, многие вышли в профутболисты. Да. То есть это переход. Угу. В Азербайджане такого нет? Нет. Почему просто не взять и скопировать все? В Азербайджане знаешь, что есть? Вот они сделали такую систему. Значит, есть премьер-лига, где играют Карабах, Нефчи и все остальные. И они сделали, они убрали первую лигу и сделали ее как бы более юношескую. То есть она как бы то есть осталась, но там играют все дублеры. А-а-а. Плюс несколько взрослых. Порог возраста опустили, там до 23 лет, там могут, по-моему, свыше, по-моему, трое или четверо играть. Но получается, это чемпионат дублеров, но в первой лиге. То есть ты можешь играть в Кубке Азербайджана, ты можешь выйти. Ну, навряд ли, конечно, Нефчи-2 или там Карабах-2 выйдет. Мы вот буквально на днях с тобой организовали небольшой такой турнир, да? Ты мне очень сильно помог, огромное тебе спасибо за это. Всегда рад. Вот, и видно было эмоции ребят, и они были самыми искренними. Да. Если мы не говорим про академии, про футбольные школы, что-нибудь для пацанов со двора делается? Потому что не у всех здесь есть возможность ходить в школу, просто не хватает немного мотивации, какого-то толчка. Для них что-то делается. Я знаю, что ты делаешь пана-турниры и немного турниров. Помимо тебя кто-то что-то делает? Ну, федерация делает. Еще есть Министерство образования, Министерство спорта. Ну, это молодежь, да? Министерство спорта и молодежь. Они пытаются что-то делать, там, уличные махля, там,
футбол, что-то такое. Но это как будто для галочки больше выглядит, чем просто реально сделать что-то крутое, какое-то масштабное. Там, сделать ну, допустим, был раньше кожаный мяч, они все здесь про это говорят раньше. В наше время, вот здесь были, вот здесь вместо гаражей было поле, мы здесь играли, там, двор против двора. Я говорю, а почему сейчас это не сделать? Окей, про замки. Это правда то, что почти 90% футбольных полей... Я уже заранее говорю тебе. В Баку они платные. Коробки во дворах бесплатные, а вот именно вот эти вот мини-футбольные... Но при этом эти коробки в ужасном состоянии. Эти коробки в большинстве в ужасном состоянии, и большинство закрыты вообще на замок. И разрешаются только... там сидит консьерж, как можно сказать. Звонишь, можно мы сыграем, да, принёшь... ключи и открывает игры. То есть нет такого, чтобы с утра до вечера открыто поле. Боятся, что кто-то в туфлях приходит, это траву искусственную там испортит или что-то. То есть это опять же к культуре относится. Двор. Вот я вырос во дворе, где нашу коробку уважали. Мы там ее красили, мы там ворота, сетки вешали, никто их не воровал. Ощущение, что как раз-таки это создание некого менталитета футбольного, что должен любить. Должен появиться человек, который этим все будет управлять. Именно в структуре. Да зачем в структуре? Здесь, по этим, по районам, по своим этим коробкам. Ты сейчас говоришь, и это буквально, ну, это сложнее, чем условно той же структуре. Структуру мы называем тем же министерством или т.д.т. Сделать это, написать таким же блогерам, лидерам и просто движу, который... Блогеры попросят деньги. Ну, тоже министерство... А министерство не хочет платить. Ну, должны понимать то, что, чтобы что-то получить, нужно что-то дать. В этой ситуации, если есть выход через блогеров тех же, да, мы не прикрепляемся к блогерам, можно просто там, условно, футболиста Карабаха блогеры попросить. Это буквально это СМИ. Да, да, да. То есть современные СМИ. Да, да, да. ЛФЛ. Здесь есть вообще ЛФЛ? ЛФЛ здесь есть, я как раз играю в нем. Улдузлар Лигасы называется. Оно популярное? Лига звезд. Оно сейчас набирает популярность из-за того, что сейчас в нашей команде участвуют чемпионы Европы, вот, которые недавно стали. Я там участвую, они там анонсируют. И оно сейчас как более-менее набирает. Но опять-таки не на таком уровне, на каком хочется, чтобы это прям вот вышло за рамки. Я сейчас пока еще не давлю, то есть не афиширую много чего, но я собираюсь. Вот, я хочу снимать это все, как происходит. Я хочу ребят позвать, вот вчера то, что ребята были, чтобы они это снимали, как мы играем, как это вообще все происходит. Люди должны знать, что помимо премьер-лиги еще что-то происходит в Азербайджане. А из-за того, что это не освещается, блогеры, вот вчерашние мы осветили, энное количество людей это увидело, о, что-то сделали. Сейчас просят еще. У тебя довольно-таки популярный ТикТок. Да, я теперь тиктокер. Да, ты тиктокер. Расскажи, как бренды вообще крутятся не вокруг блогеров, а вокруг футбола. Именно в Азербайджане. Я знаю одно, что у профессиональных футболистов даже в Карабахе нет контракта технического. Нет. Типа... Я тебе сейчас расскажу смешную историю. Когда, я не буду имя называть, это олимпийский чемпион мне написал, что, слушай, а почему так? Каким-то блогерам дают рекламу, а я олимпийский чемпион, и у меня ничего. Я говорю, слушай, знаешь, проблема в том, что нужно быть более активным, потому что бренды любят активность. Это социально, это даже просто вот какие-то вот ивенты делать, опять-таки какие-то, может, мастер-классы делать. Там. То есть активность нужно. Он говорит, ну окей, окей. И многие так и остаются без ничего, а блогеры... Более хитрые, более... То есть у тебя, условно, больше контрактов, чем у футболиста Карабаха? Сейчас, да. К ним не обращаются, как это, например... А может, это футболистам не надо? Какие дальнейшие действия? Как думаешь, что нужно сделать, чтобы... Я знаю, что в Азербайджане очень любят футбол. Да, и очень. Действительно очень любят. Что нужно делать, чтобы в него, условно, больше играли все, не только Академия... Не только там те люди, которые имеют возможность, а просто он больше был причастен к жизни людям. Сейчас Азербайджан по мини-футболу стал чемпионом Европы. Уже на протяжении 10 лет все играют в мини-футбол. Результат? Стали чемпионами Европы. Президент принял их. И одна фраза там прозвучала от президента. Он сказал, что оказывается, меня плохо информировали и уверяли, что мы ничего не можем сделать в футболе. И я сейчас увидел, что мы можем. Он
по-моему, около 1 000 000 манат им выделил. Он сейчас активно хочет развить футбол. И даже... Футбол или мини-футбол? Ну, футбол, потому что мини-футбол уже результат есть. То есть он понимает то, что если в мини-футболе есть что-то, значит, и в футболе в большом реально. И в мини-футболе ни одного легионера не было, когда они выиграли. А, то есть все наши. Да. Поэтому я говорю, есть мини-футбольные поля, хоть они и платные, там почти мест не бывает. Нужно теперь переходить на большое поле тоже. Угу. Больше вот этого движухи делать. Вот то, что вы в России делаете, это очень круто. Это как раз, как говорится, next step для того, чтобы это и в СНГ было, и в Казахстане, и в Грузии. В Грузии, кстати, меня тоже просят. Гетто Геймс, да? Да. Типа того. Я очень надеюсь, что Азербайджане будут играть больше футбола, и футбол станет лучше. Дай бог. Давай последнюю тему обсудим. Медиафутбол. Я знаю, что ты довольно-таки пристально следишь, условно, за медиафутболом, да, в России, я очень это тебе нравится. Как думаешь, возможно ли сделать сборную Азербайджана по медиафутболу и, заглядывая на будущее, поехать в Казахстан на международный турнир? Да. Я тебе только что рассказывал про то, что я поехал в район, и пришли 4000 зрителей. И после того, как я обратился к блогерам, они с радостью это встретили. Ну тогда тебе закину на будущее тоже информацию, что один крупный бренд уже думает о том, что сделать выставочный матч в Баку, собственно. Я думаю, то, что мы там поучаствуем. Дай бог. Надеюсь, что и все остальные поучаствуют. Тебе огромное спасибо за то, что тебе ты делаешь. Спасибо. За уделенное время. Мне очень было с тобой приятно пить чай. Ты сделал глоток, но я сделал взаимно несколько, поэтому спасибо тебе. Взаимно, бро. Дети. Ты сказал, что очень классно, что там дети, там самые искренние эмоции. И сказал, что про академии здесь довольно-таки часто бывают сильные академии. Я хочу поговорить про пацанов, которые не бывают в академиях, ну, так же сильно любят футбол. Приходят на стадионы. Я видел очень много детей на стадионе, которые, ну, я не думаю, что все из них ходят в академию. То есть это просто любители футбола. Просто накинь, как думаешь, что-то можно сделать и для них тоже, помимо того, чтобы у них была возможность приходить на футбол и кайфовать с этого матча. Вот, например, если говорить откровенно, мы там сделали турнир, и пацаны поиграли, и мы видели такие искренние эмоции, ну, душа радовалась. В России там часто делают тоже турниры. Я вот здесь спрашиваю, и что-то очень мало. Вот как думаешь, например, допустим, вот просто допускаем мысль, возможно было бы, что ты пришел бы на какую-то коробку футбольную в районе Баку, да? Собрал бы свою команду там из тех, кто... И пришел бы на... У меня есть своя команда, брат. Серьезно? Во дворе, да. А представь, что такую же коробку соберет Рама Шайдаев. Да. И мы сделаем матч, да? Ты, условно, будешь тренером своей команды, пацанов там до 15 лет. Рама будет своей. Но играть я не буду. Ну, конечно, не будешь. Как ты будешь тренером? Тренер я. Гурбан же не играет, вот он же... Нет, это ты говоришь сейчас или со временем, когда мы закончим? Сейчас, да. Уделишь этому? Ну это, знаешь, это кто-то должен организовывать, кто-то должен работать над этим. Я же не могу, да, играя в футбол, думая там о конечно том, как бы вообще уделить время семье, еще конечно и думать о том, как... Это очень тяжело. Конечно. Это должны люди какие-то, которые, вот, например, есть проект АФА. Вот часто, да, бывали проекты АФА, где они организовывали игры там, да, среди студентов, среди школьников. Да. И звали, там, например, меня, там, Шейдаева, там, других футболистов, как гостей. Угу. И это приятно. Я всегда готов в любой момент там... То есть ты не откажешь такие моменты? Никогда. Ну, то есть, это никогда видно, там, что ты где идешь. Я могу помочь где-то, где могу, чтобы осчастливить детей где-то, где они могут улыбнуться, где они могут порадоваться, сфоткаться, я никогда не откажу. Это знаешь, как у меня, как страх того, что я когда-то могу отказать. Не найти время, да? На да, на, вот на ребенка, который мне скажет, можно с тобой сфоткаться? И я скажу, нет. Смотри, тогда, Шала, если... Получится в следующий раз приехать, я набираю тебе, я набираю время. Да, ты состыкуешь время со мной. Я все организовываю. Да. Вы просто скажете время, что как. Я не приеду. И ты не приедешь. Рама тем более не приедет. Я останусь один, вот так, пацаны. Все, да. Все. Возьмешь наши фоточки, скажешь, вот они, вот, я вот же обещал. Вот здесь это, видеозвонок сделаем один, и все. И ты не отвечу, брат. Тоже как вариант. Все, мы тогда забились. Да, да, без проблем, я же тебе сказал, это вообще не проблема. Все, супер, мы сделаем это. Ты вообще ничего не сможешь на ютубе. Из такого... Я из того, что российский вот этот контент... Да вообще все, что... Вот в свободное время у тебя ты открываешь YouTube, что смотришь? Обзоры. Обзоры... Ты что за скучный тип вообще? Да, такая жизнь. Работа, футбол. Да, да, отдых, да, футбол.
Еще и обзор. Отдых тоже работа, да. Там анализировать надо, смотреть, как мячики летают, красиво, некрасиво. Женю могу смотреть, Сверякова. Женю Сверякова. Женю смотрю, да. Нравится? Из российских я только Женю смотрю. Ну, тебя иногда смотрю. Не знаю. Это понятно, но иногда смотрю. Напоследок, что ты пожелаешь азербайджанскому футболу? Чтобы развивалось, наверное, больше детский и юношеский футбол. Потому что я думаю, если только смотреть наверх и на обложку, то очень тяжело будет через несколько лет увидеть какой-то результат. Надо с самых низов начинать, надо с академии начинать, надо строить поля во всех регионах. Опять-таки этим должны заниматься не только просто, там, я не знаю, федерация. Люди должны быть сами заинтересованы. Например, я думаю, не думаю, что так мало в стране богатых людей, да, которые просто сделайте счастливыми там детей, построите им там стадион, вот вам во дворе стадион. Вот у нас, например, это во дворе стадион, ну, где я живу, там, стадион. Ну, это хотя бы, я не знаю, я 12 часов ночи, у нас там ни прожекторов, ничего, там шум, как они мячик пинают. Но это же лучше, чем будет дома сидеть в Инстаграме и писать комментарии к какому-то Шахрудину: слышь, ты что этот мяч привез? Не выбил, а здесь пас хотел отдать. Поэтому это тоже, это, по-моему, это дело, вот когда был Курбан тренер, это была работа АФА вместе с ним, вместе, по-моему, они в каждом там, в скольких-то дворах, там везде по Баку, они строили эти поля. Ну, это опять-таки это для детей же, они же играют, туда выходят. Там не сидят, пиво не пьют. Они идут там, играют с утра до ночи, даже я выхожу там иногда с ними попинать. Вот, например, если я в детстве, например, у меня жил бы какой-нибудь футболист во дворе, он так со мной вышел бы, я с ума сошел. Ты бы его не опустил, наверное. Не знаю. Не, я бы вообще, здесь, честно сказать, чуть-чуть наглый, уже с поколениями все, они все равно другие дети, это не такие дети, которые мы были, например. Именно прививать интерес. С самого начала. Самый интерес, да, к футболу должен быть интерес. Откуда он будет, если нету футбольных полей, нету, я не знаю, ничего нету. Для, вот, например, даже и игры чемпионата, вот как-то надо все равно детей вот туда вот просто гнать, да, туда, чтобы они вот привлекать, да, туда, всех на стадион, все, да, дети бесплатно, если придете с детьми, билеты бесплатно. Вот. Смотри, сколько ты идей уже подкинул. Это чисто мои мысли. Шах, большое тебе спасибо за твое уделенное время, вкуснейший чай. Да холодный. Так и быть, счет оставлю на тебе, ничего страшного, этот раз. Спасибо тебе еще раз. Тебе спасибо. Тебе желаю меньше ошибок. Наверное, даже чтобы ты даже ошибался, но побеждал самого себя, как ты говоришь, и все равно дальше продолжал делать то, что должен делать. Здоровье, возраст, да, уже? Сколько ты? 28. 52? А, 28? 82. А, понял. Ты 56. Вот. Ну и, конечно, побед. Да, иншаллах. Иншаллах, все будет у тебя. Спасибо большое. Спасибо тебе, брат. Спасибо. Моя же мысль в этом ролике была не такая, чтобы кого-то обидеть, задеть. Скорее наоборот. Попробовать найти ключ, с помощью которого в будущем уровень вырастет, ну, намного сильнее. Сейчас же пока что остается только на это надеяться. Надеяться, что все эти молодые ребята, которые реально умеют играть, реально любят футбол, в свое время получат свой шанс и будут уже на другом уровне. Я правда верю в это и постараюсь чем-то помочь. Пока, правда, не знаю, но, возможно, даже этот ролик что-то да сможет сделать. Вам огромное спасибо, что посмотрели это видео, поставили лайк, написали комментарий. Ну, а совсем скоро мы продолжим рубрику «Академия» и съездим с вами в Дагестан. Всем спасибо. Пока-пока.